Где там мой выходник? Многие пишут, что без снега. Ну что, как будет, как будут звать счастливчик? И 7. И 7 там. Давай и другой пей. Здрасте. Я не попал. Он даже не стрельнул, да? Нет. Удовольствие получено. За ЛБЗ и двор, танканул в упор. Тот самый. Злодей-снайпер умер. Будет мега-рофл вообще для всех. Да куда ты? По газону-то пошла. Господи, прости. Будет мега-рофл вообще для всех. Да куда ты? По газону-то пошла. Господи, прости. Ищу внизу, Грилей. Угу. Свелся под мост. Как надо делать, когда ищешь? А откуда у тебя большой белый? Я пошел точку погрузки открывать. Так у меня тут большой белый тоже стоит. А у меня обычный стоит. Ну-ка я его замею тебя, Костян. Так, у нас сегодня день Святого Валентина. За влюбленных. За влюбленных. За влюбленных. Тихо, я... Так, Костян. Слушай, я чувствую. Мне это не очень... Мне это не очень нравится игра. Чувствую любовь, да? Ну-ка я его замею тебя, Костян. Так, у нас сегодня день Святого Валентина. За влюбленных. За влюбленных. За влюбленных. Тихо, я... Костян у меня встал. Я смотрю. Давайте, вперед. Да блин, да чувак, в момент выстрела ты меня снес. Это не я, в смысле. Я умер недавно. А, что за хрен да вот этот? Эй, придурка. Ты что делаешь, бля? Тихо. Моя танка броня. Вот это такой бой обойла еще информация не слышу. Так, хорош. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Давай, союзник. Ты понимаешь, я на... Это вообще чужая пуля была. Я не светился, а светились наши эти огромные пацаны. Это был краткий монолог на тему того, как много у них арты и какая конченая карта для моего танка. Но на этой карте и не секрет, конечно, мы уронимся. Ой, тут бабаха. Казалось. Ты понял, никто не пробил ничем, господи боже. Это просто ой, повезло. Ой, я 4 голды. Дедушка Красноглаз. Так, подожди, ты 36, я запомнил. Подожди. Вот это всегда хочется в жизни. Хочется в жизни. Притормозить на повороте. Вывес на переднем. Гострим по зомбиям. У вас с ангелосом одновременно ламповая и веселая атмосфера. Спасибо. Ну раз. Давайте, Алексей Алексеевич написал. Мы сворачиваем танки, заканчиваем стрим и идем с ангелосом играть в зомби. Всем спасибо. Друзья, всем пока. Увидимся через несколько дней, когда мы подготовимся с ангелосом к стриму по зомбиям. До свидания. Отличная шутка. Едем дальше. Сорян, я тупой. Блин, пипец, у меня тут жопа пола! А есть пульки у нас в меню? Андрюха, надо тебе его тораном на полном ходу. Surprise, motherfucker! Офигеть. Просто КамАЗа его прощает. Да-да. Как будто... Вот со стороны ты выглядело так, что у тебя ноль потери скорости, а он моментально ехал там свои 40 в минус 40. Все ныли, что какой-то Хавок не вышел. Хавок? А Хавок выйдет? Хавок, вынеси попить. Здрасте, тетя Маша, Хавок выйдет, Хавок дома? Мне Хавок не выйдет, уроки не сделал. Все, всех пор. Стой, не стой, сейчас арта же даст тебе. Фу, блин, мне дала. Этому дала. А вот это мега оглушительный вертухан. Тупо под оглушением на полном ходу. Да ББшкой.
Еще раз. Господи, это танк для того, чтобы стрелять только сходу. Простите, я ошибался, я хотел сводиться. Как называют танкиста, который любит играть на фашах? Фашист. Почему нет? Да. Это смотри, чуть, это 10-й сначала. Господи, это не тот же хоть? Не, другая какая-то. Они, смотри, они встали, они что-то знают. Я говорю, у меня там проходы всегда попадают. Это проклятие, это 10-го. С победками. У меня как будто бы стереоочки появились. Не, не надо. Я, ну это, на Денди играл в такие танчики, с такой... Давай сейчас. Гоу. Ты как мы ошиблись, он же мог улететь в ангар. Да. Ой, можно еще раз? Блин, у меня бессилие, друзья. But not too much. Only few. В общем, что-то, смотри, бомбануло, бомбалайло. Какие-то красные шипы с какими-то спорами, типа распространяющимися. Оу, они нормально так, смотри, всю деревню покрыли. Господи, это, черт подери, заражение. Черт подери, Гамп! Кажется, ты гений. Лучшего ответа я еще не слышал. У тебя IQ случайно не 160? Ты талантище, рядовой Гамп. Давай прямо по-близкому. Гопаем кого-нибудь. 268. Потом семерку. Потом я семерку начну. КПшки есть? Когда? У меня еще одна. Что тут умер фланг? Минус 4 танка. А, ну там один без нас тоже. Я даже отвечать не хочу. Так, 17 тысяч зрителей, а лайков как будто бы украли. Вы что, друзья? Ну-ка делитесь щедро. Достаешь лайк, показываю как. Вот у тебя вот здесь лежит, прямо вот тут, у сердца. Ты берешь, достаешь лайк. Вот так вот он выглядит. Ты такой его на стриме, пожалуйста. Хороший контент, веселый стрим. Пока не горит, можно и лайк поставить. Пум-пум, по две. То есть у нас 10 пулек. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пойди. А, нормально. Ну, для танкиста, кто долго играл в танки. Все, что ты делаешь, любое действие, тебя оглушает. Ты такой, так, пойду поем. Взял кусок еды и положил в рот. Оглушение. Да. Резкость, глаза не сводятся, руки не держат. И ты 15 секунд. И так, пошел попить, взял, запекил. Оглох. Вы промазал, на ротовода попал, да? Как кошмар. Запись, да? 320. 360. Так, быстро мотнем, чтобы ютубчик не узнал музыку. Это Сергей Лемах, мой кумир. Вот такие штаны. Это... Хорошо, все будет хорошо, мы чувствуем одежду. Я бы трубку курил, если был моряком. Я роняю запад, я роняю запад, я роняю... Согласен. Так вообще проще жить, когда все на кого-то скидываешь. Да, на артовода. На артовода, на водочке раскатиться. Да. Первый, второй, возвращаемся на базу, как слышно, прием, слышу отлично. Куда меня башня сломала? Ой, в НЛДшку зашло. Ну нахер. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ваншотики. Ваншотики, ваншотики. Ну сука, года два, наверное. Знаешь, что напомнили? Включите, говорит, голду за голду. Идеально. Слушай, ну там экран Ваген жесткий. Вот вообще. Посмотри, вот на Димкину жопу посмотри, какая дыра. Так, ты что там людей соблазняешь? Мало, соберите свое лицо. Дмитрий, заявляю тебе официально, у меня лампа еще не горит. Ну так ее и не было в 2011. Все логично, по правилам стрима. Ты подскажешь, что просто надо пердолить их. Впите приемники. Как говорили артиллеристы. Большой семье, как говорили артиллеристы. Большой... Родом не щелкают. Я 2300. Как говорили артиллеристы, в большой семье, да ни одной бабы. Аккуратнее с языком, молодой человек. Ой, шутечка такая про артиллеристов. Полегче на поворотах. Нельзя оскорблять артиллеристов. Хорошо. Так, все девочки, писеприемники свои тут, ну-ка убрали.
Я команде противника говорю в прошлом бою, потому что пришлось в писоприемнике их всех истыкать. Так, по... Стрим 17+. Боже, это кошмар. Надеюсь, это режиссер потом трансляции вырежет. О, так, Дим... Подожди, секундочку. Донатики, почему очень много накопилось. Давай, я пока слезы, пожалуйста, на глаза.